Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Жарков Александр Витальевич. Я заведующий хирургическим отделением клиники «Мегастом». Я немного расскажу сегодня о теме своего доклада, который состоится на симпозиуме в Санкт-Петербурге в октябре этого года. Дело в том, что в нашей клинике наработан очень большой опыт по лечению пациентов с отсутствием зубов с применением дентальных имплантантов. Кроме всего прочего, наработан очень большой опыт по наращиванию костной ткани, по костно-пластическим операциям. Мы одни из первых были в Москве и вообще в России, которые начинали заниматься имплантацией. Это был 92-93 год еще прошлого века. Вот. И кроме всего прочего, сейчас уже, спустя 25-30 лет, много появилось различных переимплантитов, осложнений. Поэтому будет очень интересно представить опыт нашей работы по этой теме, опыт восстановления костной ткани после резорбции при переимплантитах и опыт успешного лечения переимплантитов. К настоящему дню у нас накоплен очень большой опыт по лечению переимплантитов. Это и восстановление костной ткани, и лечение после удаления имплантантов с большой атрофией костной ткани. Мы применяем направленную костную регенерацию, мы применяем пересаживание костных блоков. И, мне кажется, коллегам нашим было бы интересно посмотреть наш опыт, а нам было бы интересно поделиться с вами нашим опытом. Наши конференции по имплантации «Мегастом» проводятся уже не первый год и отличаются особо дружеской атмосферой. Там не так все официально, как на больших конгрессах. Вы можете задавать и общаться с нашими докладчиками и в кулуарах, и во время доклада. Вот у нас практически все доктора, которые приходят на эти конференции, они потом из года в год приезжают к нам и остаются нашими добрыми друзьями и коллегами. Приглашаю всех на наш симпозиум. Надеюсь, вам будет очень интересно и, самое главное, очень полезно.